Всех приветствую. Сегодня приехали опять на те же места, где были предыдущие два раза, собрать вчерашние находочки. И идем, короче, собираем и ищем одним металлоискателем. Вот первая более-менее сегодня находка. ДТХовское колесо, где и по 4 штуки стоит внизу гусенки. Целая. Взяли вот такую тачку, которую не жалко. Металл соберем, вывезем к дороге. Тачку и оставим здесь, там где в болото затолкаем, когда пригодится, чтобы она тут и была. Так-то есть тачки и получше, но жалковато. Короче, эту взяли, убитую граховейку. Тачка хоть такая и с виду кривая, но везет много и легко ездится. Так, сегодня, как видите, солнышко, даже жарко стало. В общем, идем дальше. Кто знает, что это за деталь? По размеру чуть покороче лемеха, а по ширине примерно такая же. Вот тут такое изогнутое ребро, два отверстия. Тут такое типа крыло. Или что это такое? Попадаются не так часто, как лемеха, но все же тоже попадаются. На этой горе, вот эта гора, уже вторая такая попалась. А лемехов уже штук 40 с лишним. Такие детали. Крашеная была красного цвета. Какой-то агрегат, короче. Сейчас попалась такая деталь. Вот, по сравнению с сапогом примерно. Это, походу, от гидравлики, от ДТ-75 поднимает там этот, или ковш, или сзади. Фу, этот ковш. Ну, эту подскребалку, или сзади поднимает, которая такая. Вроде и чугун озвучало 52-49. 49-52. А что? Кто нахуй чугун-то ёмный? Там слушал, он неправильно. Ну, в общем, такая увесистая деталька попалась. Уже переходим на гору, где вчера заканчивали. Вот сейчас здесь будем искать. Посмотрим, что сегодня удастся найти. Вчерашнее все собрали, к мопеду привезли. Неплохая такая кучка получилась. А, не все. Еще вот вчерашнее, что здесь нашли, оно еще вот там на горе, вон у того столба поднято лежит. 8 лемехов и звездочка. Здоровая. В общем, продолжаем поиски. Прогулялись по этой горочке, как вчера заканчивали. Вчера нашли 8 лемехов. Примерно столько же прошли, сколько и вчера вечером. Но сегодня сигналов-то нашли примерно столько же, но сегодня только 2 целых, остальные обломки. Диск ломанный от сеялки и какая-то такая непонятная штука, типа лопатка. Может, крыло какое, защита, хрен знает. Тут какая-то еще ручка. В общем, неизвестный какой-то агрегат попался. А так только лемехов целых 2 целых, 1 половинка, остальное кусочки. Фух, тяжело очень ходить по полю, по такому некошенному. Много сил уходит, а сигналов мало. Сейчас у медведя насрано было, видели. Буквально вот такое, может, дня 3-2 назад. И такие следы довольно много по полю туда-сюда нахожено. Муравейники раскапываны. Здесь сейчас пробежались. Вот там вообще ничего не нашли. Вчера нашли, а сегодня не нашли. Хрен знает. Сейчас, короче, будем возвращаться обратно туда. Там хоть покошено. Легче ходить. Решили маленько заезд на это поле пошатать. Посмотреть, может, что есть. Вчера вот здесь, когда приехали, стоял УАЗик-головастик. И пацанчик бегал. С этой стороны, с той стороны. Потом ездил туда, на край поля. В общем, кое-что нашел, но он быстро уехал. Короче, им, таким искателям надо сразу много, чтобы в одном месте. Сейчас вот сюда зашли.
Выпало сразу 4 лемеха. Все обломаны и с болтами. Наверное, тракторист остановился, как ехал, попахавшись с поля, ломаные лемеха скрутил и выкинул. Или наоборот, когда ехал пахать, остановился, лемеха поменял на хорошие, ломаные выкинул. Как-то так. И все лежали вот тут, вот чуть поглубже, в одном месте почти, в радиусе 2 метра. Такие тут заросли. Наверное, дорога раньше шла, вот я думаю, может, вот так. Потому что видно, как будто там колея. Сейчас ездят вот здесь. Все, с этими полями пока на сегодня закончили. Все собрали. Получилась вот такая куча. В основном большая часть одни лемеха. Вот такая кучища. Ну, полтонны как минимум должно быть. Вот это здесь такое более-менее крупное. Это мелочь. Такие обломки. И вот это мешок мелочи. Все эти обломки доложим в мешок, чтобы потом не возиться. И завяжем. А эти детали такие покрупнее. Тут много всякого. В общем, нормально. В общем, на сегодня, наверное, все. Вот последние находочки, что сейчас нашел. 2 лемеха целые, 1 чуть отломанный, 2 носа, колечко какое-то и какая-то железина обломанная, непонятная. Вот здесь сейчас хожу. Вот там было 2 лемеха, сразу лежало. Вот здесь. В общем, всем пока. Увидимся в следующих видосах.